Привет! Это видео для пользователя с ником ASNAM, для Саши. И, в общем-то, я сомневался, участвовать в этом видео или нет, потому как для меня не очень подходящая оказалась тема. Нож мечта – это что-то такое для меня, мечта – это что-то такое нереальное, но очень желанное, и, ну, если даже реальное, то трудно осуществимое. А я, в принципе, понимаю, что какие-то ножи, которые я не могу себе позволить совершенно, там, какие-то очень дорогие, в общем-то, я о них не мечтаю, и как-то мне не хочется приобрести себе какой-нибудь там Rockstud. Да и то, при желании, там, можно себе позволить, в общем-то, любой нож. Но нож, какой бы я хотел, это, в общем-то, просто желание, какое-то обычное желание. Мне сейчас вот очень нравится Spyderco Military, которая со мной на кармане. И вы знаете, вот собирательный образ, там, чтобы нож не тупился, чтобы нож и рубил, чтобы нож хорошо резал и так далее и тому подобное, чтобы выполнял все задачи там, и тактические, и там, яблочко почистить, и абсолютно любую работу, и был столь же там скрытно носим, столь же там легким и незаметным на рамках металлодетекторов, или там чтобы был из какого-то необычного материала, может быть очень твердого, вот, или имел какую-то там гарду и более тактическое, например, применение или еще что-то. То есть это вам ножи просто для красоты. Так вот, вы знаете, я считаю, что не нужен нож, обладающий всеми этими качествами одновременно. Все равно это, он будет где-то в чем-то уступать, и я понимаю, что это просто нереально. Я понимаю, что для определенных целей нужны определенные ножи. Если мне нужно скрытно носить нож, то самый лучший нож, нож моей мечты, будет какой-нибудь качественный пластиковый нож, например. Если мне нужно что-то там рубить, допустим, батонить, то это будет совершенно другой нож. Если мне нужно носить его на кармане, то это будет там третий нож и так далее. И, в общем-то, мне нравятся все эти ножи, и я не могу сказать, что о каком-то ноже я действительно мечтаю. Так вот, нож моей мечты – это, пожалуй, тот нож, который будет со мной в нужное время, в нужном месте, который сможет выручить меня. Где-то это может быть на кухне, где-то это может быть в лесу, где-то может быть там в офисе и так далее. То есть это, в общем-то, наверное, не какой-то конкретный нож, а, в общем-то, тот нож, который у меня есть, но который будет отлично подходить для каких-то задач и окажется под рукой в нужную минуту. Ну, а, в общем-то, если говорить о том, какой бы нож я больше всего хотел на данный момент, то сейчас я приобрел бы Zero Tolerance. И давайте посмотрим на то, как он выглядит. Я лучше покажу вам на фотографии, потому что у меня его нет в наличии. Ну и, в общем-то, это был бы такой сейчас самый, наверное, желанный в плане приобретения нож. По-своему, нож моей мечты.